Эй, ребят, всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. Как вы все знаете, на Ютубе сейчас очень популярны лизуны, и хоть они уже теряют свою популярность, все равно видео про них выходит до сих пор, и их очень много. Ну, я не хочу отставать от всех, и поэтому я в магазинчике нашел вот такой вот необычный лизун. Дело в том, что он прозрачный, и внутри там находится жук, скорпион, не жук. На Алиэкспресс я видел такие же, ну, похожие, и они там были в несколько раз дороже. Давайте раскроем. Как вытекает. Сопли гоблина. О. Немножко неприятно. Я давно его в руках не держал. Ну, вообще лизуны. Давайте достанем скорпиона, что ли. Реально, такое ощущение, как будто руки мокрые. И немножко противно держать. Вот он, скорпионаш. Ай. Так, get over here. Давай, доставайся. О, блин. Вот он. Игрушка это. Так, скорпион. Все, я его достал. Что, игрушка? Выполнена не... Ну так, если сейчас сказать, детализирована довольно-таки. И... Слизи, правда, ее трудно было доставать. Ну, в основном нам игрушка не нужна, я купил себе лизун, и он довольно-таки липнет, но ничего после себя не оставляет на руках. Я лично думал, что это будет не жидкий лизун, а этот, что-то, ну, конечно, не клавиатурный, но по консистенции будет похожий. А это такой, он, ну, вообще от лизуна в бочках он отличается тем, что он прозрачный. Так. Лично я не видел лизуна в бочках, чтобы он был прозрачный. Так, ну что? Ну, в руках его держать. Вот сейчас стало довольно-таки приятно, когда уже привык. Ай. Вот так он переливается, расплывается сразу же. А, не... ну да, вот я его только положил. Вот только я его положил, он начал расплываться. Так, и сюда. Вот, делаем такую кучку, бросаем, и, как на камере видно, он расплывается. Если его оставить, наверное, долгое время, он полностью расплывется по всему столу. Но, так, давайте камеру поднимем. Если вы хотите, чтобы я мучил таких лизунов, и, ну, чтобы их, конечно, было больше, ставьте лайки и пишите в комментариях, что с ними сделать. В магазинах там были еще... ну, желтые, красные и синие. Думаю, и да, и все они были прозрачные. Думаю, мучили их уже практически все, кто делал на них обзор. Но я думаю, что будут какие-то новые задания для него. Так, а что будет, если его порвать? Так, ну, так, а теперь вместе соединить. Так, вроде все нормально. Так, вот, все. Чё-то я отвлекся немного. Ну, в общем, я думаю, цель понятна. Собрать 10 лайков и писать в комментариях, как мучить этих лизунов. Сопли гоблина. Да, так они назывались в серфе. Да, на руках они ничего не оставляют. Хотя нет, руки потом немножко все-таки влажные. Да, обычный лизун оставляет ощущение влажности, а эти, этот прям влажный. Да, и внутри можно, кстати, увидеть пузырьки воздуха. Что немало круто, и, может быть, а кому-то, может быть, наоборот, не очень круто. Такая, если накинуть на камеру. Ух ты. Ребят. Прикиньте, если бы я вот так вот снимал. Да, вот так вот, ох ты, он растянулся и рвется. Ну, в общем, давайте на этом заканчивать. Ребят, всем спасибо за просмотр.
Напоминаю, набираем 10 лайков, я накупаю этих лизунов довольно-таки много и мучаю. Будет несколько серий там, где я буду мучить этого лизуна. С вами был Майк Веном и вот этот вот Скорпиошка. Все, всем пока.